спросишь, а это как вот будет происходить? То есть, когда мы будем сидеть, они дадут их, да, или как? Короче, смотри, мы встретимся, они изначально как бы дают бабки, поняла, да? Как только встречаемся. Ну, заранее, да? Ну, конечно, да. Как идет? Ну, все нормально. Ну, я поняла. Они наличка дают, да? Ну, короче, смотри, возможно, они будут переводить с валюты на российские рубли и на карту кидать. А если у них есть, типа, ну, зелень, поняла, то они зеленью просто дают. Все. Я сейчас тебе, короче, скину отель, он в охуенном отеле остановился, там даже номер эконом 50 тысяч стоит, не представляю, сколько президентский стоит. То есть, если как бы, типа, там, ты переживаешь за счет денег, я его могу попросить, он тебе предоплату скинет, все без проблем вообще. Я еще, знаешь, что скажу? Типа, я скажу, ты не согласилась, так скажу, типа, тебе еще мало, вот мы сейчас, типа, с тобой разговариваем, чтобы он еще больше предложил, поняла? Ну да, ты скажи, что мы из телевидения, там, я не знаю, что-нибудь такое, что, типа, дороже, да? А ты ему что, ты ему как-то фотки, да, типа, показывала? Да, 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 да. И он такой, типа, о, yes, yes, типа, baby, yes, ну, короче, вообще охуенная, типа, beautiful. А как ты на него вышла вообще? Инесса мне это предложила. У нее вообще все по-зеленой. Охренеть. У меня вот подружка такая, она себе, короче, купила здесь в Москве сейчас Audi новую, купила квартиру. Я с ней, прикинь, вместе жила, но я дура на дом 2 ушла, она себе мужика нормального нашла. Она с ним раз в месяц видится, он ей платит по полмиллиона постоянно. Ну, только они видятся не в России, а она еще за границу летает. Ой, блядь, почему у меня такого мужа нет, который мне просто так, блядь, будет давать каждый день такие деньги?